Всем привет! Вы на канале «Классная рыбалка». Друзья, всем привет! Вы на канале «Классная рыбалка». Сегодня мы отправились с моим напарником. Роман, скажи привет. Всем привет. Вот отправились, настал у нас месяц сентябрь, и мы отправились с вами за грибами. Ну а что из этого получится, посмотрим. Вот, посмотрим, что тут есть. Маслята, ага. Ну маслята все такие уже. Вот маслята. Они уже переросшие. Вот масленок. Вот Ромка, кстати, хороший вот этот масленок. На, забирай. Мы сейчас приехали за подосиновиками. Ну ладно, пойдем за подосиновиками. На обратном пути. Осина дальше. Идем по нашей дороге, которую летом собирали. Грибов. Нынче, говорят, много. Слой пошел. И мы сейчас будем их искать. Грибочки. Сейчас наша цель — подосиновики. То есть красноголовики. В простонародье. Вот нашли первый гриб. Под березовик, по-моему. Режьте, сударь. Он, по-моему, плохой. Ну-ка, разрешил пополам. Режь. Нормально, бери. Пройдемся немножко по этой дороге. Ох, какой красавец. Ромка, смотри, самый вкусный гриб. Ой, вообще. Можно его брать или нет? Это кто? Не знаешь, что ли? А, знаю, нет, нельзя. Кто это? Подосиновик. Вкусненький. А кто это? Кто? Забыл. Растяпа, забыл. Мухомор. Это дядя Мухомор. Идем. Ну, бамбук тут даже рядом не стоял. Ну да, наверное. Дальше по этой дороге не пойдем. Будем возвращаться назад. Стой! Растяпа! У тебя вот под ногами мухоморы. Собирай, давай мне ножик. Ребята, вообще. Подосиновики нашли. Чистые, хорошие. Ну что стоишь-то? Собирай, режь. Вот еще три мухомора, то ли четыре. Ножки сразу у них отрезай. Резь ножки. Я понял. Ножку вот так вот режь, чтобы больше ведро у нас ушло. Вот прямо под ногой. Нормально ложи так. Вон. Куда? Вон. Ты чё? Ты чё, не видел, что ли, дружок? Нет. Отрезай ножку. Следующий. Вон. Красавчик какой. Как мы удачно зашли, да? Угу. Вот, стой. Вот. Назад. Вот. Я вижу. Ребята, их тут вообще капец. Не беги, не крутись. Аккуратно обсмотрись. Молодец какой, Роман. А ты ехать не хотел. Вот два, смотри, спрятались. Тебя ждут. Ух ты, какой хитрый. Еще нашел. Красавчик. Давай. Вот еще. Ребята, зашли, только в лес зашли сразу же. Обалдеть.
Давай, 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 режь. Мы еще только с тобой зашли, нам еще с тобой резать и резать их. Режь, режь, режь. Вот так вот, ага. Вообще супер, да, грибалка? Вообще такие чистенькие. Дай папа посмотрит. Вообще, ребят, смотрите, какой клевый прям вообще. Новенький. Кайф. Вот, смотри, что за грибочки. Вот грибочек маленький. Вот прямо, да. Под березовик. Бросай. Ничего больше не забыл? Вот грибочек, обрезай. Вот. Вон, ребята, еще. Смотри, нормально, нет? О, их тут куча вообще. Нормально. Опусти ведро. Пап, неси ведро. Нет, Рома, этот плохой. И этот, и тот плохой. Их можно, конечно, повыбирать, но, блин. Вот грибочки. Ой. Вон грибочек. Извините, друзья. Приблизил. Подожди меня-то, Рома. Я же снимаю. Давай ищем красных голубиков. О, смотри. Какой красавчик. Стой. Это под березовик. Вон, смотришь, красный головик. Вон. Угу. Ребят, вон красный головик. Ниже, ниже, режь. Срезал? Угу. Красавчик, давай. На, держи второго своего. Ложи, иди в этот, возвращайся. Ты не спеши. Вон еще Ромка. Два. Обалдеть. Обалдеть, обалдеть. Вон, ай да, вот, вон, в лесу. В лесочке, вон, прямо. Смотри, вот, прямо идешь. Вот, вот, вот. Я вижу. Давай. Один сейчас спрятался. Вау, ребята. Вообще красава. Четкий, да? Снимаю. Давай. Очищай их, смотри, какая красота. О, стой. Стой, стой, стой. Дай я сфотографирую. Давай. Ребята, покажи друзьям, какой чистый. Вау. Ты рад, Ромка? Да, очень. Давай, режь. Да ты режь ножку-то, ножку-то режь, чтобы она заходила. Все, ложи. Ниже. Обалдеть, ребята, мы в шоке. А только... вон еще, давай, режь. Только зашли уже. А вон еще. Обалдеть. Давай, давай, я снимаю. Ой-ё, вон их, офигеть. А сзади-то сколько? Режь, режь, Ромка, режь. Пока у нас никто не увидел, не услышал. Обалдеть. Я в шоке. Я просто в шоке. Мы сейчас, наверное, за мамой поедем. Мама у нас будет в шоке. Вот это грязно. Вон, 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 вон. Так, где прямо только? А, вон, Ромка. Вон прямо, стой. Вон, вон. Обалдеть, ребята. Стой. Ага. Видишь, ага. Во. Ну-ка, вытащи его ручками полностью. Покажи папе. Какой-то смешной. Смотрите, какой смешной. Прикольный. Давай. Блин, сейчас за матерью, короче, поедем и блин, поедем. Не, папа, хочу с тобой. Мне интересно. Опять поедешь? Да. А мы сейчас маме позвоним.